В Мариуполе прошел уикенд «Грани свободы». На протяжении двух дней в арт-платформе «Тю» в формате дискуссии обсуждали дискриминацию национальных меньшинств, людей с инвалидностью, представителей ЛГБТ-сообщества и других уязвимых групп. Да, мы долго думали над тем, чтобы ехать в Мариуполь. Изначально идея была в том, чтобы сделать в Мариуполе фестиваль равенства, и мы не отказываемся от этой идеи. Я очень надеюсь, что в следующем году, вот буквально в начале года, мы ее осуществим. Но мы подумали, что будет очень интересно привести часть экспозиции, чтобы, так сказать, начать диалог в обществе, начать говорить о том, что такое стереотипы, и показывать, какие есть, в принципе, рядом с нами, с вами, люди, которые принадлежат к тем или иным уязвимым группам и испытывают каждый день какие-то проблемы. Посетители увидели выставку плакатов о расхожих стереотипах, обобщениях и предубеждениях на примере отношения к этноменьшинствам. И выставку истории 12 женщин с инвалидностью, которые сталкиваются с двойной дискриминацией, пытаясь реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. Практикующий психолог Александр Кустадинчев работает с детьми-аутистами. Он пришел, чтобы узнать о новых подходах и новых возможностях помощи таким детям. Служб реальных, которые как-то могли их обучить, помочь, адаптироваться, практически не существует у нас. Я могу сказать, не только в Мариуполе, вообще практически по Украине есть какие-то единичные моменты. Обсуждали и появление новых дискриминируемых групп, таких как женщины в АТО, переселенцы. Сегодня ты топ, да? Вот сегодня я там такая классная, вообще к большинству принадлежу, а завтра нет. И поэтому все мы должны вкладывать в то, чтобы создать равные права и разные возможности для всех, потому что завтра ты сможешь быть там.